применение open-source инструментов для разработки системы автоматизированного тестирования вирусного ядра. Алексей Романов, Минск, Беларусь. Здравствуйте. Хотелось бы рассказать про современное положение в компании «Вирусблокада», разработку антивирусного ядра и его тестирование. Я, собственно, занимаюсь автоматизацией тестирования антивирусного ядра, ну и испытаниями этого самого ядра. Что такое антивирусное ядро? Антивирусное ядро – это библиотека, которая получает на вход какие-то данные, ну и принимает решение, является ли эти данные вредоносные, возможно, подозрительные, ну или с ними все хорошо, все чисто. Ну, это, по сути, основная функция этой библиотеки. Есть куча вспомогательных функций. Это и проверка памяти, проверка автозагрузки, обезвреживание файловых вирусов, какие-то действия над файлами. Возможно, какое-то низкоуровневое чтение появится. Вообще, антивирусное ядро компании «Вирусблокада» развивается уже более 10 лет. За это время оно обросло большим количеством различного функционала. Начиналось все еще с времен DOS-а. То есть тогда был DOS-эмулятор, DOS-вирусы страшные, макровирусы. Потом с развитием операционных систем, развитием каких-то технологий вирусных, каких-то вредоносных программ, ну, развивалось, соответственно, антивирусное ядро. Развивалось эволюционным путем, то есть это при появлении каких-то новых угроз, новых каких-то требований реальной жизни изменялось это самое ядро, добавлялся какой-то новый функционал. Таким образом, добавилась в него поддержка PE-файлов, появился 32-битный эмулятор, эмулятор 32-битного режима, проверка, поиск вирусов в файлах различных форматах. Это и PE, файлы обычные NE, ELFы, exe.com, это еще DOS осталось, OLE, RTF, XML документы, которые создаются всеми нелюбимым офисом. Ну и другими, собственно, какими-то программами, возможно. Появилась поддержка различных архиваторов, RAR, ZIP, ARCH, TAR, GZ, BZ2. Недавно 7-Zip добавили. Конечно, потом появились какие-то почтовые фильтры, необходимо было проверять и почту, добавили проверку маймов, ну и почты в плейнтексте, тоже есть варианты вставки каких-то вредоносов. Почтовая база различных форматов, от Microsoft, от BAT, ZBAT, такой почтовый клиент, Mozilla, Thunderbird. Список поддержанных платформ рос, соответственно, с развитием операционных систем. Это вся линейка Windows NT, начиная от NT4 сейчас. Windows 98, Linux с ядрами 2.6 или библиотека Eclipse 2.3 и выше. FreeBSD начиная от 5-й версии, ну и до 8-й как-то поддерживается. Вообще, зачем нужна автоматизация? Как я говорил, что ядро развивалось более 10 лет, накопилось много функционала. Этот функционал нужно тестировать, поддерживать в каком-то качественном состоянии, хорошем. Продукт еще проживет, может, 10 лет, как бы, и поэтому принято было решение создать систему автоматизации. То есть это не значит, что вот она взяла и появилась эта система автоматизации. Она тоже, какие-то тесты развивались совместно с антивирусным ядром, но в конце назрело, что вот количество платформ большое, людей, человеческих ресурсов мало, да и вообще эта библиотека автоматизируется достаточно просто, потому что нет никаких GUI-интерфейсов. Есть библиотека, есть консольный клиент, консольный сканер. Ему на вход легко подать какие-то данные и получить результат, который можно сравнить с ожидаемым. Какие существуют методики тестирования АВ-ядра? Это даже не методики. Методика, здесь можно рассказывать еще две презентации. Здесь просто направление тестирования. Функциональное тесты ядра – это выявление, то есть нужно проверить, что ядро делает то, что от него хочет пользователь. Ну, а остальные тесты в основном проверяют то, чтобы ядро антивирусное не делало того, что пользователь не хочет. Это чтобы не было ложных срабатываний, не было регрессии каких-то производительности. Антивирусное ядро не должно кушать ресурсы компьютера. Должно стабильно работать. Еще одним направлением важным тестирования в последнее время активно используется, это статический анализ кода, очень много ошибок выявляется с помощью него. Это использование каких-то утилит наподобие CPP-чек, или, ну, это основная, как бы, которую применяли
ну или обычный код-ревью. Ну, вообще, здесь вот я нарисовал ступеньки, как у Маркса, там есть у него формация. У меня здесь ступеньки развития инструментов тестирования антивирусного ядра. Они взаимодополняют друг друга, нельзя отнять фундамент, то есть... Та система, которую я сейчас вам про нее расскажу, она основывается и на ручных тестах, и на каких-то отдельных бат-файлах. Скрипты на языках высокого уровня, Python, Lua, Ruby тоже активно применяются. Ну и комплексные какие-то инструменты автоматизации. Ну, комплекс, примером комплексного инструмента автоматизации может служить, например, какой-то набор скриптов, который служит для выявления ошибок времени выполнения в ядре, это вылеты, какие-то зависания, то есть специальным образом модифицируются входные файлы с помощью мутатора, как он называется у нас. Ну и антивирусное ядро не должно умереть как бы на этих файлах или независимость. Ну это два основных критерия. Потом еще можно Walgreen к этому прикрутить, дальше расскажу. Ну, развивались средства автоматизации, развивалась организация, способы организации данных. Сейчас их три как бы применяются основных. Один самый такой базовый, это просто пачка файлов каких-то, которые, ну, никто не знает, что там лежит, но она применяется, там 10 тысяч файлов, 30 тысяч файлов, там могут быть ПЕшники разных типов, какие-то вирусы, какие-то чистые файлы. Может быть, набор файлов с описанием и метаданными, он очень удобен для ручного тестирования или для полуавтоматического. То есть ты точно знаешь, что там лежат, допустим, вирус, допустим, вирут, и это вирута мы, допустим, лечим. Соответственно, в метаданных написано, что по статистике должно быть столько вылеченных, столько невылеченных. Можно эту статистику как-то или смотреть глазками, или вбивать скрипты. Ну и как бы мною придуманные умные файловые коллекции такие. Например, это сочетание каких-то тестовых данных и скриптов. Они в одной упряжке бегают как бы, и помогают, очень облегчают жизнь. Это, например, коллекция для тестирования автозагрузки той же. Там какие-то есть в YAML формате или XML, может просто рек-файлики быть, которые робот пробегает, подсаживает в реестр, раскладывает файлики, затем прогоняется консольный клиент, ну и ожидаемые результаты сверяются, что он должен найти тупо эти как бы вредоносные файлы, которые посажены в автозагрузку. Обычно применяется что-нибудь не такое вредоносное, чтобы не повредить стенды тестовые. Ну, в общем, тестов много. Тестировать нужно тщательно, ядро должно быть качественным. И вообще в целом назрело создание системы автоматизации тестирования. Перед этим как-то пытался я проектировать эту систему, разработать какие-то требования, но здесь они неформально изложены. То есть система, по сути, должна позволять интегрировать все, что имеется, в одно место. Позволяет запускать это все по планировщику. И красиво визуально отображать эти все результаты, чтобы human readable form был. Результаты должны быть доступны, должны быть отсылаться какие-то уведомления. Ну и требований на самом деле достаточно много. Основные – это интеграция существующих. Ну и я уже сказал об этом. Ну, вообще, как бы, выбор инструментов разработки очень на следующем этапе мы рассмотрим. Здесь, по сути, выбирал я, как бы, и это мое чисто субъективное мнение. То есть я как начал писать скрипты на питоне автоматизации, просто изучил туториал и начал писать скрипты. Так я решил, собственно, что Python – это отличный язык для автоматизации. Ну и применил его для создания данной системы. Также применялись для поиска ошибок времени выполнения. Применяется сейчас очень активно инструмент Walgreen. Очень мощная штука. Позволяет находить выходы за границы буфера, чтение, запись, какие-то использования инициализированных данных с указанием точных мест этих в коде. В C++ программы это не так тривиально найти, как в том же Python. Ну, в Python я вообще не знаю, как это делать. В качестве фреймворка для создания сетевых каких-то демонов применялся Twisted. В качестве ORM, так как в данной системе есть база данных, использовался SQL Object, это библиотека Python. Для построения графиков используется Matplotlib. Общая архитектура системы изображена на данном рисунке. Он простой достаточно. В центре базы данных, в которой хранится информация о всех тестовых стендах,
вообще какие-то тестовые шаблоны там содержатся, информация, ну и о результатах тестов, там тоже скапливается информация. Кроме тех результатов, которые достаточно велики по размеру, они выкладываются на отдельные дата-ресурсы, и потом на них даются ссылки по HTTP или FTP. То есть Testing Slave – это демон, который устанавливается на тестовом стенде, и он, собственно, запускает все тесты по просьбе трудящихся. Ну, обычно это Testing Master, он представляет более удобный интерфейс. Мастер – это основной демон, которым взаимодействует пользователь пока по консольному интерфейсу. Track – это система управления тикетами и вообще проектом. Она используется для управления этого самого проекта. Ну и было решено, что, чтобы не изобретать каких-то велосипедов, написать плагин к этому траку, в котором, собственно, будет информация и о результатах тестов, и о самой системе автоматизации, ну, то есть так интегрировать это все. Ну, здесь более приближенная архитектура тестового стенда, то есть там запущен тестовый слейв, который слушает TCP-порт, и по которому ему приходят всякие задания, которые он выполняет. Он читает YAML конфигурационный файл, который при развертывании данного слейва, ну, с помощью инженера-испытателя это делает. То есть в YAML config есть информация о развернутых файловых коллекциях на данном тестовом стенде, каких-то тестовых движках, которые тоже разных типов могут быть, ну и продуктов. Пока это консольный сканер, но он в разных сборках есть. Есть сборки для вирусных аналитиков, есть сборки для тестирования, которые пользователи идут. Ну, по сути, тестируется одно и то же ядро. Более приближенно главный демон системы, то есть там виден юзер со светлой головой, то есть он с помощью интерфейса командной строки взаимодействует с мастером. Там тоже принцип через TCP-порт идет, ну как бы пользователь об этом может и не знать. То есть главный демон читает базу данных, может в нее писать, то есть работает с ней по каким-то запросам, по командам от пользователя. У него есть тоже свой конфиг в YAML формате, который хранит конфигурацию данного мастера. Следующий основной компонент – это плагин для трака. Это все лишь… он рисует несколько страничек, встраивается на таймлайн трака. Ну и вообще, как бы, он полностью туда интегрируется, как, ну, как любой другой плагин к траку. Пользователь юзает трак и может зайти на страничку с данным плагином, посмотреть результаты тестирования антивирусного ядра. Для взаимодействия между тестингом, Testing Master и Testing Slave, главными демонами, был разработан протокол, прикладной протокол. Я его назвал VMSP.T, я не помню уже точно, что это называется, там длинный очень. Он является текстовым протоколом, протоколом прикладного уровня, который работает поверх TCP/IP, конечно. Является командно-ориентированным протоколом, то есть обмениваются командами мастер, слейв, ну и пользователь может в Телнете как бы задать любому из них команду. Важной фишкой протокола является механизм интроспекции. Ну, это по сути нормально, как бы сейчас и XML-RPC, и SAP все это умеют, как бы мне тоже это было классно посмотреть, как это реализовывается. Спросить про каждую команду данного протокола, в общем, кем он поддерживает команды, и получить какой-то help с помощью обычного телнета, то есть изучать достаточно просто, даже если не знаешь. Ну вот, переходим к компоненту визуализации. На главной странице компонента отображается список тестовых стендов, ну, то есть оценивается состояние стенда по состоянию Testing Slave, который установлен на этом стенде. Он может быть там в трех состояниях: sleeping, working, not connected. Sleeping, он спит, ничего не делает, но working работает. Можно зайти по каждому кликнуть, посмотреть, какие тесты там на нем конкретно запущены. Графика пока не рисовал, но хочу загруженность посмотреть. В течение суток, как они вообще загружены. Но можно рассчитать это без графика. Результаты тестов представляются в виде таблицы. Предусмотрена гибкая система фильтров, пейджинга, сортировки. Ну, это, в принципе, стандартно все. Ну, удобно. Удобно по сравнению с тем, что было раньше, когда приходилось искать на каждой машине эти логи какие-то там в разных форматах, парсить их разными хитрыми скриптами. Сейчас оно все централизовано, собирается в базу данных, логи кладутся на сервер, если они большие, дается на них ссылка. Ну, вот примеры, допустим, результата теста на функциональной регрессии. Здесь табличка, ничего не видно, можете.
Ну, там суть важна в том, что печатается список тестов, которые не прошли, проблемные тесты. Они могут не проходить по разным причинам. Это может быть несоответствие ожидаемых результатов реальным результатам полученным, то есть логика как-то не так, ну, сгенерил консольный сканер. Это может быть вылет или зависание. Можно по каждой из них покликать, там есть кусочек лога сюда, вставляется в базу, и можно уже видеть, в чем причина, и, собственно, занести это в систему отслеживания ошибок, ну или исправить ошибку в тесте. Это тоже как бы не редкость. Особенно, ну, с учетом того, что продукт развивается. Вот, например, тест на регрессии производительности. Тут очень простой тест. От 3 до 5 раз запускается консольный самый сканер на какую-то файловую коллекцию, ну, чтобы бежал хотя бы часика-полтора. Ну и затем суммируется это все, усредняется, и там внизу оно все указывается. Время в режиме ядра, астрономическое время, юзерспейсное время, ну еще кое-какие параметры. Но вообще там не видно конкретные файлы, там еще можно потом кликнуть по ссылке. Там будет классный лог выложен, который сгенерен Ruby скриптом, написанный Сергеем Трофимовичем, который тоже там есть. И там прямо файлики есть, которые топ-100 там можно выгребсти, которые самые медленные, и их отдать разработчикам. Они очень обрадуются. Ну и вот тут еще один тест, очень полезный, на стабильность. То есть я уже рассказывал, применяются какие-то фазеры, ну, написанные тоже мной. Фазер изменяет каким-то образом файл. Ну, подает на ход ядру и ждет. Может, оно упадет или зависнет. Соответственно, там есть счетчик, помечено цветом, сколько улетов, сколько вылетов. Если больше нуля, надо лезть смотреть, эти проблемные файлы все выложены на наш HTTP-сервер, скачиваешь их, проверяешь. Бывает ложное срабатывание, бывает там какие-то космические лучи, но много ошибок находится. Плюс к этому тесту прикручен уже, здесь презентации нет, Walgreen, как бы, там уже не только вылет и зависание, но еще смотрится, может, Walgreen что-то в логе вывел при проверке какой-то файла. Файлы проверяются, конечно, 20 раз медленнее, но зато можно обнаружить те ошибки, которые не видны в таком тесте. Как бы. И достаточно много уже обнаружено, исправлено стараниями вот моими, ну и, конечно, разработчиков, потому что автоматизация – это все-таки вспомогательный процесс, но он очень полезный. Ну и в целом, подводя итоги, что можно сказать, система, разработанная система автоматизации помогает повысить качество продукта, как-то сократить время между выходами антивирусного ядра, то есть частоту релизов увеличить, ну это так, на глаз чисто, потому что это все поэтапно внедрялось, ну вот на глаз как-то все быстрее стало. Ну, использование, вообще разработка такой системы было бы немыслимо без использования программных средств с открытыми исходниками, прежде всего в Python, потому что этот язык есть на всех платформах необходимых, и найти что-то аналогичное, ну, не представляется возможным. По крайней мере, то, что коммерчески предлагают уже Rational, там, какие-то мощные системы автоматизации, они дорогие, и они не нужны вот для конкретно этой задачи. Ну, собственно, еще можно отметить тот позитивный момент, что рутина, она убивается с помощью вот таких средств автоматизации, и можно тратить время на какие-то творческие задачи, творческие дела, а не на то, чтобы раз за разом запускать одни и те же тесты. Это рутина и для разработчиков полезна, в общем, они экономят свое время, ну и для инженеров-испытателей. Ну, вот, собственно, и все. Спасибо за внимание.